снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7103 случаев в год до... Ви, ты все-таки мне позвонил. Ну да, я же обещал. Обещать все могут, а держать слово уже нет. Но как? Получилось что-нибудь выяснить? Эвелин уже не работает в облаках. Поведенческий чип сломался, поэтому ее списали и отправили к Риперу по кличке Фингерс. О, сука! Не знаешь, где искать этого Фингерса? Да, у него своя коновальня на Чпок-стрит. Блин, Ви, на нем клейма ставить негде. Еду к нему. Вдруг она там? Говорил я ей держаться подальше от облаков. О, ладно. Пока, Ви. Yeah!
Сверху тут что надо. Я им сказал, что валили. Они упертые оказались. Обошли здание и пролезли в окно в туалете. Ну как? Тут получше, чем в облаках. Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой. Сраный ты кусок говна! В жопу тебя ебать! А ну стой! Что? О, привет, зайка! Слышь, блядь, привет! Эй, погоди! Мы же не хотим с тобой скандалить. Стой, котик! Ты куда так спешишь? А ну-ка, не шагу дальше. Слышь, ты к кому? Я тут по делу. Надо кое с чем разобраться. Может, просто отъебешься, чтобы потом никому жалеть не пришлось? Ай-яй-яй. А что сразу так серьезно-то? Я же просто пошутил. Ладно. Шлам, пропусти его. О, нежная создание света! Внемли! Ты в непроглядной тьме явилась! Все время надо к нам, сидеть в подвале. Осквернившим кровью эту землю! И кабы знал владыка мира милость, его обмолили о своем спасении. Да это настоящий рай. Чем они ширяются? Голубое? Наверное, производная цифабрикола. Мы таким ставились на третьей корпоративной. Прикольное дерьмо. 24 часа не чувствуешь боли, а потом почти ничего не помнишь. Для них самое оно. Эй, все в порядке? Не пойду я плавать. Ненавижу воду. Всем похер, ты понимаешь?
маску убрал, живо! Думаешь, я тебя боюсь, что? Ты доиздишься, и шельмы придут в эту дыру полным составом. Если она тебе что-то должна, иди и подавай в суд. Отвали, не трогай меня! Окей, я понял. Мое терпение кончилось. Как только выплатишь то, что ты мне торчишь, можешь валить куда хочешь. Привет, Ви. Эй! Тут очередь! Куда вообще прешь? Садись и жди своей очереди, как все. Ты знаешь этого Фингерса? Слышал о нем кое-что. Что именно? У него иногда руки соскальзывают. Хоть кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что у нее какие-то проблемы. Мы ее найдем. Обещаю. После налета Эвелин сначала пряталась у Шельм, правильно? Все верно. Тогда с какой стати она решила вернуться в облака? Подумала, что там будет безопасней. Черт знает. Я говорила, что это плохая идея, но она не слушала. Ты говорила с Фингерсом? Нет. К нему попасть труднее, чем к лучшим хирургам. Блин, мы тогда следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну или придумай что-нибудь получше. Думаешь, Эвелин держит где-то здесь? С одной стороны, хотелось бы. Быстрее найдем ее. А с другой, надеюсь, что нет. Кто знает, что этот больной ублюдок мог с ней вытворять. Вы с ней близкие подруги, правильно? И как, интересно, ты пришел к такому выводу? Ты кинулась ее искать, как только узнала, где она. Если начинаешь дружить с Эвелин, привязываешься к ней навсегда. Ты работала в облаках? Не куклой. Редактировала вирты. Там я познакомилась с Эвой, Томом, много с кем. Не видела девушку с голубыми волосами? С кукольным чипом? Ты знаешь, кажется, видела. Да, точно. Фингерс ее оперировал. Она еще здесь? Не знаю. Лучше его спроси. У меня нет времени столько сидеть. Ха. Так каждый заказать может. Разнести эту богадельню по кирпичику может не каждый. После этого сидеть тут будет уже некому. Господи, а чё сразу таким тоном? Погодите, проходите, если уж вам так срочно надо. Я всё вижу, как в тумане. Давай, пойдем. У хозяйки этой панели было более вытянутое лицо. Края пережимают зрительный нерв. Не волнуйся, глазки привыкнут. Он вроде все. Поздно. Что, заходим? Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Она была здесь, в твоей клинике. А, ну теперь понятно, о чем речь. Где она? Сложный вопросик, дорогуша, честно скажу. Вы от когтей? Что такое? У меня все уплачено. Мы от шельм. Шельмы? Что же вы сразу не сказали? Так, ну и что вам нужно?
Забыл, зачем мы пришли? А девушки знают, что у тебя импланты ломаные? Можно и так сказать. Я даю им лучшее из того, что у меня есть. А что берешь взамен? То, что они могут предложить. А у них всегда есть что предложить. Тебе говорили, что ты больной ублюдок, а? А вы ищете свою подружку? Знаешь, я из кочевников. Мы люди экономные. Никогда ничего не выбрасываем, пока оно не сломается до такой степени, что уже не починишь и не пристроишь. Но то, что ты ставишь этим девушкам, кочевник бы даже в руки не взял. Ох, я умоляю, вот не надо преувеличивать. Я даю им, что могу. А вы ищете свою подружку? Ты же слышал, я ищу девушку по имени Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она. Давайте пройдем в мой офис. А, через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Спроси, кого хочешь. Я же не просто лепила. Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили, погладили по головке. Я бы с удовольствием провел вам экскурсию, но, конечно, проходит время, и я их забываю. У тебя глаз задергался, когда ты услышал ее имя. Не пытайся меня наебать, ты ее помнишь. Глазик задергался, потому что у меня тик. Нервный. Не представляете, как тяжело с ним жить. Нет, правда, я бы помог, но я впервые слышу об этой девушке. А как насчет логов? Ты же делаешь какие-то записи. Да нет, такая техника не регистрируется. Никаких фамилий, ничего. Голубые волосы, кукольный чип, сломанный имплант для Брейна. Она была здесь? О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Говоришь, ты не мог ей помочь? Какая ей нужна была помощь? Если бы я знал, она бы сейчас стояла здесь, живая, здоровенькая. У чипа был сожжен регистрик команд. В угольки, понимаешь? Я его заменил, но без толку. Но почему это могло случиться? Техника была топовая. Сама по себе сгореть не могла, это точно. На нее кто-то напал? Нетранер, скорее всего. Такой, который хорошо шарит в коде. Ближе к делу. А, к делу? А, да. Дело в том, что я понятия не имею, где она. Блядский кусок дерьма. Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Я тебя сейчас усмирю, выблядок ты черепаший. С тобой даже разговаривать противно. Ее забрали ребята из студии брейн-данса. Я даже не знаю, как их зовут. Говори конкретней, что за студия? Они говорили про бабочку. Про Вирты с мертвой головой. Сказали, она годится для бабочки. Мне надо подышать. Жду внизу.
Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Хватит, успокойся. Мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. Хм. И что ты собираешься с ней делать? По-моему, это безнадежно. Ты не видела что-нибудь с мертвой головой на логотипе? Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают все, чтобы их труднее было накрыть. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил, может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Все на этом свете оставляют какие-то следы. Надо только знать, где искать. Кроме того, со мной главная специалистка Найт-Сити по брейн-дансам. От нас ничто не ускользнет. Я же все-таки профи. Так что да, есть идея получше. Есть в Даркнете такой сайт. Удовольствие Найт-Сити. Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное? Сейчас надо подумать. Да, думаю, ты права. Давай посмотрим, что на этом сайте. Ага. Надеюсь, ты сможешь что-нибудь там нарыть. Я подожду в машине. Это что за наебалово? Тут же не хватает 4 кусков. Я столько получил от Пабло. Тебя что-то парит? С ними разговаривай. Я не с Пабло работаю, а с тобой. Если что не так, отвечаешь тоже ты. Я бы тебе прямо сейчас кишки выпустил, но тогда ты не вернешь мою долю. Привет. Ищешь компанию? Эй, парень, не хочешь радужные поперсы, а пурпурную дымку? У меня есть все цвета, какие хочешь. Да? Покажи, что у тебя есть. Мне надо выпить. Эй, куда это ты так спешишь, красавчик? Вы заблудились?
Охренеть, вот это хот-доги. Интересно, из чего они? Проваливай, попрошайка! Что, холодновато? Могу да, импланты постарше меня будут. Где она только запчасти для них находит? Ну что? Нужно что-нибудь сырое. Я зайду как-нибудь еще. Наверняка. А ты что, покупаешь что-нибудь или так и будешь клиентов отпугивать? Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Ха, да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. Откуда ты берешь эти записи? Те, кто их снимает, помешаны на секретности. Я даже и не думал спрашивать, где они все это берут. А совал бы свой нос куда не просят, может, и не разговаривал бы с тобой сейчас. Ну, покажите, что у вас интересного. Приятно иметь с тобой дело. Залезай. Привет, Ви. Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Готов, жду тебя. Описывай все, что видишь. Может, заметишь то, что я пропустила. Thank you.
Смотри, я включила режим изменений. Можешь осматривать, что хочешь. Это наверняка мусорщик. Других таких стиляк в Найт-Сити не найдешь. Заказ недавний. С нашивкой Корпо Электрик. Баба из мусорщиков. Ха, кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы. О, этот божественный аромат синтакофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Buck & Slice. Обычный ящик. Логотип Декер, Танака и Роджерс. Типично для... Кофе остыл. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Buck & Slice. И что? У электриков значит, была большая станция, значит, кто-то постоянно ходит в Buck & Slice. При Buck том, что там и со вкусом есть проблемы, и с но продуктами. Но это все равно догадки. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. В любом случае, нам на электростанцию в Чартер-Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Ладно, поехали туда. Ясное дело. Ты со мной? С общего обзора биржи. Хироши прибавила 2 пункта. Квадро потеряла 1. Да, поехали. Погнали.
всего полтора. Но самый большой сюрприз сегодня принесла Orbital Air, взлетевшая на 10 пунктов. Да-да, ваш лук в порядке, и вы не ослышались. Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. Почему вообще кто-то... В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. Вы глазом моргнуть не успеете, а они уже пару раз купили и продали акции на миллиарды евро-долларов. Проблема в том, что мы не всегда знаем, почему именно эскины принимают то или иное решение. Хотя акционерам это не мешает. Кому нужны подробности, если есть выгода? Давайте копнем глубже, мои дорогие зрители. Как могла Orbital Air вырасти так сильно и так быстро? Друзья мои, я вижу лишь одно разумное объяснение. Эскины ожидают резкий рост интереса к орбитальным полетам в самом недалеком будущем. Но с чего? Мировая война? Природный катаклизм разразится? Может быть, произойдет восстание машин? Этого мы знать не можем. Чтобы искусственный интеллект не нагадал на своих данных, нам он об этом, увы, никогда не расскажет. Так что прислушайтесь к голосу разума и покупайте акции, друзья, как ни крути. А дивиденды пригодятся вам, чтобы купить билет на Луну, когда все в итоге накроется. Месте. Ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю подсеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Ладно, я пошел. Живой! Решил не играть в скрытность! Давай, давай!
там живой? Живой! Решил не играть в скрытность. Живой! Решил не играть в скрытность. Блять!
Я скопировала план. Сейчас будет. Попробуем найти проход на нижний уровень. Я нашел спуск. Видишь, где я? Ага, буду через минуту. Жди меня. Я здесь. Надо спуститься на минус второй уровень. Скорее всего, ее держат там. Знакомая рубашка. Thank you.
сегодняшнюю партию метионина не хватит. Нормально. Добавим РТЛ, и все сойдет. Что за РТЛ? Уходи оттуда. Неплохо, молодец. Погоди минуту. Сейчас я их кое-чем займу. А потом мы проскочим. Все, давай. Ты знаешь, сколько начальник получает за этот хлам? Сколько? В 10 раз больше, чем мы тут зарабатываем за месяц. А ты откуда знаешь? Берегись. Да я видал, как он живет, ёпты. Ой, черт! Нет, держать строй!